Добрый день, дорогие друзья, и с вами Капля, мы продолжаем говорить о свободе. Я хочу поговорить о трех формулировках, если так можно сказать, свободы, и сегодня затронуть первую. Смотрите, свобода – это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Что это означает? Это означает, что состояние человека – можно назвать свободным, когда на его решение, его поступки, его мировоззрение ничто другое не влияет таким образом, чтобы его собственная воля была подавлена. Таких состояний, по моему скромному мнению, в принципе не существует, потому что мы живем в мире, в котором 7 с лишним миллиардов человек. Прямо сейчас нас окружает больше десятка людей, и каждый из этих людей каким-то образом влияет на нас. Мы влияем друг на друга. На нас влияет погода, время года, настроение и так далее. Огромное число факторов, которые так или иначе будут влиять на принятие нами решений. Поэтому, когда мы с вами говорим об абсолютной свободе, когда никто и ничто и никаким образом не оказывает на нас влияния, это миф. Миф, к которому, к сожалению, стремится достаточно много людей.